Asus ZenBook Pro Duo. Так называется ноутбук, о котором мы сегодня с вами будем говорить. И да, у него два сенсорных 4К экрана, и он нереально мощный. Всем привет, друзья, и примерно месяц назад ребята из Asus прислали нам этот ноутбук на тест и сказали, что это устройство для творчества, протестируйте его и скажите ваше мнение. Протестировали и вплоть до того, что решили себе его оставить, потому что, спойлер, он правда классный. Но давайте по порядку обо всех плюсах и минусах. Asus сейчас очень активно начинает уделять внимание творческим профессиям, и ноутбук, который сейчас передо мной, создан именно для нас с вами, творческих авторов, ютуберов, монтажеров, дизайнеров и так далее. Если вы человек творческий, то вам наверняка знакомы ситуации, когда, допустим, вам нужно срочно обсудить какой-то проект с заказчиком у них в офисе, или, допустим, у вас горят сроки, и вам нужно сегодня вечером закончить это видео, иначе случится что-то очень страшное, но ваш компьютер где-то далеко, дома или в офисе, до него ехать 2 часа, это совсем не вариант. И для таких ситуаций нужно что-то мобильное, но в то же время достаточно мощное, чтобы устройство справлялось со всеми задачами, которые вы перед собой ставите, будь то обработка фотографий или создание 3D-моделей. ZenBook Pro Duo это может, это вполне может стать заменой вашего стационарного компьютера. Это просто монстр. Спустя месяц использования вы, конечно, не увидите мою первую реакцию, но когда вы в первый раз открываете этот ноутбук, это просто какой-то поросячий восторг, который со временем сменяется на некоторые сомнения, а действительно ли это практично, или это больше какая-то игрушка. Давайте разбираться. Asus называют его ноутбуком будущего. У него 15-дюймовый сенсорный 4K OLED-экран. Неплохо, да? Объективно, не каждый ноутбук сейчас может этим похвастаться. Здесь 8-ядерный процессор Intel Core i9, видеокарта NVIDIA RTX 2060, SSD на 1 терабайт, 32 гигабайта оперативной памяти, не считая различных ускорителей. Я тестировал скорость рендера на этом ноутбуке, и это правда мощь. Видео, которое идет 15 минут, Full HD, с цветокоррекцией, масками, эффектами, он отрендерил за 7 минут. 4К видео будет чуть дольше, но тем не менее, 4К видео при той же загруженности, которая идет 12 минут, рендерится за 9 минут. Это достаточно быстро. К тому же я монтировал 4К видео в полном разрешении, без необходимости выставлять 1/2 разрешение, 1/4 и так далее. Полное разрешение, без лагов. При работе с 3D-моделями тоже все работает достаточно плавно. Здесь нет карт-ридера, но слева и справа по одному USB-порту 3.1 второго поколения, один HDMI-порт 2.0, Thunderbolt 3, USB-C, рядышком с аудиоразъемом и разъем питания. Кстати, о питании. Без подзарядки этот аккумулятор держит примерно 7 часов при минимальной нагрузке. При монтаже и работе с эффектами вам хватит примерно на 1.5-2 часа. Весь корпус сделан из алюминия, ощущается очень солидно, ничего не щелкает, не поскрипывает, сборка достаточно крепкая. Когда вы открываете ноутбук, корпус слегка приподнимается, что выглядит футуристично, но также это добавляет небольшой наклон корпуса, что логично по нескольким причинам. Во-первых, печатать становится удобнее, и в комплекте идет вот такая приставка, которая продолжает наклон корпуса, чтобы печатать было еще удобнее. Во-вторых, наклон создает дополнительное пространство для охлаждения, потому что такую мощь нужно очень тщательно охлаждать. Снизу на корпусе можно заметить 2 сетки для выхода воздуха, а также слева и справа еще 2 отверстия. И забавный факт, зимой, когда холодно, ручки можно греть с обеих сторон. Первое, что вы замечаете, когда открываете ноутбук, это 2 огромных экрана. Особенно тот, что снизу, как будто съел 5 или 6 тачпадов от макбука, потом пошел в качалку, поел стероидов и стал супер огромным. И он тоже 4К и тоже сенсорный. Они сделали на нем противобликовое покрытие, то есть он матовый, чтобы избежать отражений верхнего света. В противном случае его было бы просто невозможно использовать, учитывая, что он буквально лежит на столе. Но при использовании большую часть времени он кажется немного тускловатым из-за угла обзора, потому что вы не всегда смотрите на него перпендикулярно сверху вниз, вы всегда под каким-то углом на него смотрите. И его также очень приятно трогать, у него такое матовое покрытие, похоже на покрытие тачпада, чего не скажешь про второй основной экран, потому что он глянцевый. Итак, в чем же основная функция
функция второго экрана. Что он умеет? Они назвали его ScreenPad Plus, и он работает именно как второй экран, то есть это не часть основного экрана. Даже Windows считает его вторым отдельным экраном, как если бы вы его подключили. Но здесь стоит особая система Windows исключительно под этот ноутбук, которая включает в себя достаточно интересные функции. Когда вы начинаете перетаскивать любое окно, автоматически выгорает вот такое меню, где вы можете растянуть окно на два экрана. В таком случае можно листать, например, браузер через два экрана, что выглядит своеобразно, но также вы можете это использовать в приложениях чуть более практично, об этом чуть позже. Но самое крутое и практичное, что вы можете делать с этим экраном, это создание групп задач. Например, вы можете открыть браузер на главном экране и листать новости, а внизу открыть Telegram и почту. Либо внизу вы можете открыть целых три приложения. Работает это через обычные прилипания окон, и если вы хотите расположить два окна внизу, то нужно подтянуть в боковую часть, а если три окна, то на одну из третьей верхней части экрана. И что здорово, как я и сказал, вы можете создавать группы задач. Например, у вас сейчас время общения и переписок. Жмем на небольшую стрелочку здесь, потом открываем вот это небольшое меню и жмем на большую синюю кнопку. Программа запомнит ваше расположение окон, после чего вы сможете запускать все эти окна одним нажатием с нуля. То есть, например, у нас сейчас время общения и переписок, нажали на группу 1, открылось 4 необходимых окна, потом у нас время монтажа, открываем группу 2, где только Premiere Pro, какие-то окна наверху, какие-то внизу, и так далее можно создавать до 4 групп. Но действительно ли оно того стоило, перемещать клавиатуру вниз и располагать такой маленький тачпад еще и справа? А если я левша, то будет ли это вообще удобно? Я не левша, но да, первое время использования это вызывает некоторое отторжение, потому что мы уже за столько времени привыкли к другому расположению элементов на ноутбуке. Но я считаю, что рано или поздно стоило ждать такого дизайна от ноутбуков, потому что посмотрите даже на мой Asus ROG. Слева и справа очень много пустого пластика, который вообще никак не используется. Поэтому достаточно логично, что они избавились от этого пространства, переместили клавиатуру в самый низ, экран наверх, а тачпад в оставшееся место справа. Numpad только куда-то делся, но они это решили, добавив сенсорную кнопку на тачпад, которая включает светодиодный Numpad. Включается он длительным нажатием, так что случайно он точно не включится. Как я и сказал, первое время, да, непривычно, и я часто ловил себя на мысли, что продолжал пользоваться им как обычным ноутбуком, забывая, что тут вообще есть второй экран. Но когда заставляешь себя пользоваться новыми функциями, а я уже пользуюсь им чуть больше месяца, начинаешь замечать, что находишь для себя какие-то практичные применения. Например, Premiere Pro, программа для монтажа. В первую очередь я растягиваю программу на два экрана, после чего меняю расположение окон в самой программе. Именно таким способом, потому что если отсоединить окна и перемещать вниз, из-за масштабирования могут появляться тормоза в интерфейсе, и для меня это минус. Но это выглядит как проблема программного обеспечения, я думаю, они обязательно это поправят в будущем, учитывая, что у меня тестовая модель, и, наверное, одна из самых первых версий программного обеспечения, поэтому небольших глюков стоило ждать. Тем не менее, при полном растяжении программы такого не происходит, и все работает гладко. Вы наверняка заметили, что панель задач Win у меня находится слева. На мой взгляд, это удобнее, потому что внизу эта панель занимает рабочее место на стыке двух экранов. А так программа плавно перетекает из одного экрана в другой. Если вы занимаетесь созданием эффектов видео, то вам наверняка знаком процесс ротоскопинга, когда вы можете часами сидеть и обводить чей-то силуэт, особенно когда у вас только мышка, это вообще боль страшная. Здесь этот процесс стал проще и удобнее, в комплекте идет такая ручка, которую они называют Asus Pen. Как обычно, жмакаем на слой и обводим то, что нам нужно, но уже ручкой. То есть применение можно найти действительно очень много, тут уже будет все зависеть только от вас. Все мы знакомы с ситуацией, когда ты часами сидишь за каким-то проектом и потихоньку так начинаешь сползать на стуле, и скринпад в этом случае становится под небольшим углом, из-за чего тебе приходится постоянно выпрямляться и заглядывать вот так вот сверху. Я обратил внимание, что регулярно приходится что-то вот так сверху разглядывать. С одной стороны минус, но с другой стороны это постоянно мотивирует тебя выпрямить спину. Но в конечном счете, если вас это не устраивает, можно купить вот такую подставку, которая улучшит угол обзора. В будущем, я думаю, они придумают что-то вроде выдвигающегося экрана, кто знает. Но, Артур, что насчет цены? Эта модель начинается от 229
тысяч рублей, но на мой взгляд, учитывая все характеристики, учитывая функционал, цена вполне оправдана и хорошо держится на рынке. К тому же, согласитесь, компьютер мы обычно покупаем на годы вперед, так что если вы планируете зарабатывать деньги на своем творческом деле, то это хорошее вложение, которое обязательно окупится. И я лично очень рад, что Asus стали уделять больше внимания нам, творческим авторам, потому что до этого я был постоянно на измене, то сидел за стационарным компьютером, то за ноутбуком, постоянно прыгал с одного на другое, потому что на данный момент мне нужна мобильность, и я постоянно ходил со своим Asus ROG, но иногда мне не хватало рабочего пространства, иногда мне не хватало мощности, к тому же мне не нравилось, что он слишком тяжелый и здоровый, и поэтому иногда приходилось возвращаться домой в офис за стационарный компьютер, где несколько мониторов, он мощный и так далее. Когда здесь вы получаете, грубо говоря, два в одном, и я не говорю, что это полная замена стационарного компьютера, конечно, стационарно вы можете собрать очень мощную машину, где много жестких дисков, SSD, не SSD, мощная система охлаждения, много мониторов и так далее. Но опять же, если вам нужна мобильность, если вам нужна большая рабочая площадь, это два экрана, если вам нужна большая мощность, то этот вариант для вас. В более крупных проектах мы, конечно, будем использовать стационарный компьютер, но лично для меня, лично для моих задач, этот ноутбук отлично подходит. И я хочу услышать от вас, друзья, ваше мнение. Считаете ли вы, что этот ноутбук будет полезен для вас или нет? Считаете ли вы, что это может быть полной заменой вашего стационарного компьютера или вашего нынешнего ноутбука? Напишите в комментариях. А я желаю вам удачи в ваших творческих затеях. Не прощаюсь с вами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся в следующих выпусках. До скорого!